Мои золотые, все здравствуйте. Сегодня мы приехали с вами, конечно же, на кубанские земли, на которых есть такая очень интересная и красивая база отдыха, называемая «Мечта» или «Верблюжья ранчо». Здесь есть верблюды, конечно же, здесь есть теплый бассейн и еще много всего интересного. Давайте мы с вами пройдем и вместе все посмотрим. Ну что, смотрите, теплый бассейн, люди купаются и веселятся. Скоро и мы будем вместе с ними плескаться там. Хотя на улице зима, мои золотые, конечно же. Идем смотреть на верблюдов. Посмотрим, какие-то красавчики. Они там сидят, точнее стоят, или может быть просто отдыхают и ждут нас.
Вот такие красивые верблюды на наших кубанских землях. Сами видите. Кстати, кому интересно узнать, где находится эта ферма с такими красивыми животными, все ссылки я оставлю в описании. Вот такое красивое место на наших кубанских землях. База отдыха «Мечта». И тут же у нас и верблюжья ферма. Мои золотые, приезжайте на наши кубанские земли. Отдыхайте на таких красивых, отличных, фантастических местах. Все ссылки для вас я оставлю в описании, как сюда добраться. Вам большое спасибо за просмотры. Ставьте лайки. И спасибо, что смотрите. До свидания. До скорых новых встреч.